Аллилуйя, Господь, открой уста наши, и мы воздадим Тебе хвалу и прославим Твое имя. Адунай сватай тифтах уфи егити латеха. Баруха та Адунай, Элюгейну, вилай авотейну. Элюэ Авраам, Элюэ Ицхак, вилай Яков. Аэля гадоля гебор ва нора. Эль Ильон, гумел хасадим товим укуне акол. Везохер хасде авот. ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ומשיע ומגן, מלך חוזר ומשיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום אלילוך סלע. ברוך אתה אדוני, המלך הקדוש. אמן. Я прочитаю слова молитвы на русском языке, чтобы те, кто впервые слышит, понял, о чем мы молились. I will read these words in Russian. И, может быть, несколько слов, которые ты сможешь успеть перевести на английском языке. Благословен ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших. Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова, Бог великий, могущественный и грозный. Всевышний Бог и Творец всего, воздающий истинным добром и помнящий добрые дела отцов, посылающий потомкам им их искупителя ради имени своего, по любви своей. О Царь, помощник, спаситель и защитник, благословен Ты, Господь, щит Авраама. Беспредельное могущество Твое, Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни, Ты великий исцелитель. Ты питаешь живых по доброте своей, оживотворяешь мертвых по великому милосердию. Ты поддерживаешь падающих, исцеляешь больных, освобождаешь узников и хранишь верность тем, кто покоится во прахе. Кто подобен тебе, всемогущий Господь, и кто сравнится с тобою, Царь, который умерщвляет, оживляет, извращивает спасение. И верен ты своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благословен ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни. Амин. Вы можете присесть пока. Sit for short time. We go to sing after. Мы находимся в преддверии праздника Шавуот. We now stand before the holiday Shavuot. In English, it's probably you know this in word Pentecost. You know, no? И на иврите этот праздник еще называется Хага Бикурим. In Hebrew, we also call this holiday Chag HaBikurim. Бикур от слова левакер, посещать. Bikur is from the word to visit. И также слово бахор, избранный, первенец. And also the word бахор is the first born son. И или избранный. The chosen one. И в еврейской традиции. Also in Jewish tradition. Это очень серьезный праздник. Very serious holiday. В этот день несколько величайших событий совершилось. This day, few things happened. И все знают, что когда народ Израиля вышел из Египта, на 50-й день стояли возле горы Синай, Бог дал Тору, закон. And everybody knows this in the 50 days from the exit from Egypt. God gave the Torah on the near the mountain Sinai. И то же самое произошло после воскресения Машеха из мертвых. Через 50 дней Святой Дух был излит
на Израиль, и благовестие, вера в единого Бога распространилась по всей земле. And also after 50 days, after Yeshua, Jesus, rose up, so God gave us the Holy Spirit. И благовестие распространилось по всей земле. And the word of God has spread all over the earth. Но я хочу сегодня рассказать из Писания про одну маленькую историю. But I want to tell one story from the scriptures. Апостол Павел. Paul. Он проповедовал среди язычников. He took the word to the nations. И много людей приходило к вере в Бога Израилева. And a lot of people came to the God of Israel. И мы читаем в 20-21 главе Деяний апостолов интересную историю. And we read in 20-21st chapter on the disciples. Историю, как апостол Павел. The history about Paul. Начинает из за границы собираться назад в Иерусалим. He began out of Israel and came back to Israel. И всякий раз, когда он встречается с верующими людьми. And every time he met believer people. И молится с ними. And pray with them. Всякий раз пророческое слово говорит ему: не иди в Иерусалим, там тебя предадут на всякие мучения. And time after time, the word from Holy Spirit tell him not to go to Jerusalem, because they want to hurt him there. Кто помнит эту историю? Who remembers? И иногда кажется очень странная эта вещь. And sometimes it looks very weird. Павел хочет в Иерусалим, но Бог ему как будто говорит: не надо, не ходи, тебе там будет плохо. Paul wants to go to Jerusalem, but God, it looks like he don't want him there. Still. Не иди туда, тебе там будет плохо. И в конце мы видим, Павел приходит в Иерусалим. Don't go there because they will hurt you. И его там арестовывают. And we can see that Paul. И начинаются последние проблемы Павла. Потом он попадает в Рим и его казнят. They arrest him. Afterwards he came to Rome. Но в этой истории есть одна интересная штука. But in this history we have one interesting thing. Когда Павел приходит в Иерусалим, он приводит с собой в храм язычников. And when Paul finally came to Jerusalem, he brought together with him people from other nations. Он приводит их в Иерусалим. To Jerusalem. И приводит их в храм. Inside the temple. Конечно, он не приводит их туда, там, где священники, он их приводит на двор язычников. Not inside the holy places, but to the temple. Но во всем этом был очень серьезный смысл. But we can understand something from до этого момента Евангелие и вера в Бога принадлежала только Израилю. To this point, all the believing people and all word of God was belonged only to the Jewish people. Но Павел приводит этих язычников как раз к празднику Шавуот. Это был как раз праздник Шавуот, праздник Бикурим. And especially on this holiday Shavuot, Paul brings these people from other nations to the temple. Праздник первых плодов. The holiday of first fruits. И он заводит язычников в храм, чтобы показать всему израильскому народу. And he brings these people from other nations to the temple to show the Jewish people. Что вот первые плоды среди язычников. So this is the first fruits from the Gentiles. И вот они приходят, чтобы вместе служить перед Богом в праздник. And they came to serve God together with us, with Israel. И вот этот момент для него был даже намного важнее собственного здоровья, безопасности и защищенности. And this very moment was precious to Paul even more than his own life. И на самом деле мы подобное встречаем в жизни Иешуа. We can see also this stuff in Jesus' life. Мы помним последнюю молитву Иешуа. We can remember this last prayer. Он говорит: Господи, пусть эта чаша минет меня. He said, God, please bring this cup out of me. Но если надо, я пойду и исполню. But if there is still needed, I will go and do it. Павел повторяет то же самое. Paul did the same thing. И плодом вот того шага Павла. And the fruit of this step of Paul. Тысячи, миллионы, миллиарды верующих из язычников до сегодняшнего дня.
believing gentles to this day. Почему я рассказал эту историю? Why I'm telling you this? Сегодня мы здесь в Эрец Исраэль собрались в преддверии праздника Шавуот. We came here together in Israel a little bit before the holiday of Shavuot. И вот люди из Германии. We have people from Germany. Вот люди из России. Вот люди из Америки. From United States. И мы собрались опять вместе. We came all together. Я не знаю, поняли ли вы то, что я вам хочу сказать. I don't know if you really understood what I had said. Но для меня это что-то особенное сегодня. But for me it's very, very special. Потому что что-то особенное случается. Because something very, very special is happening today. Тогда все началось, чтобы послужить язычникам. Paul began to serve the Gentiles. Сегодня что-то будет происходить, чтобы послужить Израилю. And today something will happen to serve the Israel. И мы верим, то, что это будет в Израиле, и обновление, и вера в Иешуа обновится и восстановится здесь. And we believe that the faith in Yeshua will renew in Israel. Давайте мы сейчас все встанем и будем петь. Let's all stand and worship. Пожалуйста, примите нас, какими мы есть. Take us as we are. Мы поем на иврите и на русском. We sing in Hebrew and Russian. Это может быть не совсем так, как у вас. Maybe it's not like as in your language. Если вы не знаете, пойте с нами ла-ла-ла. If you don't know the words, just sing ла-ла-ла. И я надеюсь, что мы будем вместе радоваться и прославлять Господа. Together,